Всем привет-привет! Я уже раскрыла посылочку, решила все-таки покажу, что я получила. А получила я, это я сейчас подписала, то забуду. Получила я новую хоечку Пурхла. Вот такую красавишну. Вот такую красавишну. И довольно-таки она такая, ну, не маленькая. То есть тут вот как бы корешки хорошие, стаканчик хороший. И вот, блин, ну, мне очень нравится. Я очень довольна ей. Очень прям, конечно, хорошенькая такая хоечка. Большенькая. То есть прям очень хорошенькая хоечка. Вот. Это вот Пурхла. И к ней еще девочка мне прислала подарочек, который, естественно, я очень люблю. Да? Это у нас кентониана. Сейчас. Кентониана. Вот такая вот красотка. Такая вот. Она у меня, по-моему, есть даже. Ну, ничего страшного, у меня будет еще одна. Я их рядышком посажу. Такая вот красоточка, правда? Очень красивая. Здесь я даже смотрю, этот есть корешок. Очень люблю я подарочки. Конечно, одной рукой разворачивать не очень удобно. Но я знаю, многие любят подарочки. Очень многие. А я их просто обожаю. Вот так вот она. Такая вот. Развернули. Вот. Я ее сейчас сразу я ее сейчас в стаканчик поставлю. Посажу. Шикарный. Ой, какая классная хоечка. Вот они мои красотки. Пойду эту посажу, череночек, а эту поставлю на окошко, на светлое место. Вот сюда вот куда-нибудь сейчас найду, на детское окошечко, в детской комнатке. Вот такие у меня сегодня красотули. Всем пока-пока, всем счастья, здоровья, любви, радости. Берегите себя, своих родных и близких. Всем пока-пока.